Я театральный артист. Но иногда, когда ты изменяешь своему дому, ты стараешься найти, где тебе бывает хорошо. И вот есть несколько мест, где я чувствую себя так, как будто я нахожусь у себя в театре. И Калужская филармония – это то самое место. Одно из немногих. Когда тебя радушно принимают, когда зал всегда полон, когда огромный репертуар и разнообразный, когда ты читаешь афишу, и ты думаешь, боже мой, как здорово работает филармония. И ты, я же не комедийный артист, я не стараюсь там развеселить публику, но на мои серьезные произведения собирается зал, и ты думаешь, каким замечательным делом занимается Калужская филармония, когда она, занимаясь своей непосредственной концертной деятельностью, она еще занимается воспитательной и просветительской деятельностью. А миссия филармонии, наверное, заключается в том, чтобы показать что-то, то, что есть лучшее в стране. Поэтому, поздравляя Калужскую филармонию с 75-летием, я желаю ей творческого здоровья, долголетия, дожить и встретить как минимум столетие, а как максимум неискончаемое количество лет. Работайте на благо зрителей, на благо людей, и люди к вам потянутся. Я люблю вас, Калужская филармония.